Макроухения – это длинношея южноамериканская копытная, которая внешне очень напоминала современных верблюдов или лам. У них были длинные конечности, которые заканчивались тремя пальцами. Рост животного, его длинная шея и наличие хоботка говорит о том, что макроухения питалась листвой и ветвями деревьев. Тому подтверждение и строение зубной системы, которая исключает питание злаково-травянистой растительностью. Их передние конечности очень короткие в верхней части и длинные снизу, что говорит о том, что эти животные были прекрасными бегунами. Однако их задние конечности устроены совершенно другим образом, что не подходит для быстрого бега. Также на кончиках ног имеются копыта, похожие на современного носорога, что также указывает на то, что эти животные не могли быстро бегать.